Всем привет, это Закупыч, а это Монополия Магнит. Обычная Монополия, не Джуниор. Джуниор я уже снимал. Акции, игры с Хасбро. Мне написали подписчики, оказывается, продлили до 31 января. Так что вы еще успеете себе купить, если захотите, после обзора. Итак, давайте начнем. За наклейки купил себе вот такую Монополию. А, кстати, да. 8+, промо-игра, 26 игроков. От Hasbro из акции Монополия. Ну, типа, есть такая же Монополия Hasbro обычная, есть такая вот бумажная. Вот, правила игры сейчас вам расскажу, покажу, поиграем. Монополия одинаковые правила игры для всех Монополий. Давайте смотреть, читать. Так, Монополия. Правила игры. Очень большие правила. Слушайте, сколько тут? Сколько? Раз, два, три, четыре. Четыре листа, можно сказать, с двух сторон. И здесь нарисовано даже, как свернуть игру потом, после того, как поиграли. Вот, можете запомнить. Ну, и на этом, наверное, все. И здесь правило, как поля разложить. Так, эти штуки надо будет отковырять, я так понимаю, да? То есть они отсюда достаются, да, зелененькие, красненькие. Так, ну ладно, это я потом займусь. То есть вот так надо будет это все освободить. Давайте потом сделаем. Само игровое поле. Тоже развернем. Видите, все под защитой, под калечкой. Монополия, игровое поле. Фигурки. Ой, чуть упало. Фигурки, которые тоже надо будет отсюда вот так, хоп, достаем и собираем. То есть здесь сами фигурки не пластиковые, они бумажные, экология, все дела. Hasbro сейчас следит за экологией, поэтому все делают из бумаги. Так, оп, кубик у нас упал. В наборе два кубика. Так, кубики обычные, да? Да, вроде обычные. От 1 до 6, ничего нового. Здесь, что за карточки? Водопровод. Залоговая стоимость 75 миллионов, чтобы выкупить собственность, заплатите 83 миллиона. Если собственность заложена, переверните карточку этой стороной вверх. Угу. Перейди на улицу Арбат. О, это московская монополия. Отправляйся на Рижскую железную дорогу, если... Пройдешь клетку вперед, получи 200 миллионов. Ничего себе. А, то есть их надо будет разложить. То есть тут улицы, а здесь карточки другие. Клад. Хм, это, наверное, надо будет перемешать, да? Я так понимаю. Ладно. Разберемся. И денежки. Вот это да. Вот это интересно. Какая стоимость деньжат здесь у нас? 1. Это 1 миллион? Да, 1 миллион, судя по всему. 5 миллионов. 10 миллионов. В Монополии детской, как вы помните, были только 1 миллион. 20 миллионов. Фиолетовые 50 миллионов. Желтые 100 миллионов. Вот такие оранжевые 500 миллионов. Вот это да. Это как казино, можно сказать. И хранение игры. Интересно, а что сюда как вставлять? Сюда можно вниз что-то спрятать. То есть это убирать игру. То есть сюда вниз что-то спрятали. А по бокам ничего нету? Не, по бокам, судя по всему, ничего нету, все, все готово. Давайте сейчас буду собирать фигурки и читать правила игры. Итак, ребятушки, у меня все готово. Разложил, собрал фигурки. Вот такая у нас получается собачка. Собираете их по инструкции, которая находится сразу же вот здесь. То есть по цветам вот так они должны выглядеть. А сзади нарисованы, как они собираются по цветам. То есть сначала А, потом к ней Б подставляем, потом С, потом две штуки совмещаем, одеваем на ноги. И вот так у нас получается. И по аналогу собираем все остальные фигурки из картона. То есть вот такой корабль получается. Ну, для меня труда это не составило. То есть это делается все очень просто, ничего сложного. Вот динозавриус получается, машинка. То есть всего 6 фигурок, игра рассчитана до 6 человек. Шляпа вот такая. В шляпе, правда, я ошибся. Я вот эту толстую часть поставил вниз. Внизу должна быть маленькая окружность, а сверху большая окружность. Потом вот такая уточка. Ну, это все просто, элементарно. Я вам что хочу сказать.
что это самая сложная игра, которая только была в акции в Магните. Потому что правила я так и не понял. Стал смотреть правила на Ютубе. Никто, люди даже не показали полностью, как сыграть в игру и закончить ее. То есть игра длится около 30 минут, часа, 2 часа может длиться. Очень долгая игра, очень много тонкостей. Есть правила упрощенные. Здесь про это даже написано в инструкции. Сейчас вам покажу про упрощенные правила. Вот. Чтобы упростить игру, вот, ставьте на паузу, не нужно обмениваться домами, там, аукционы назначать, вот это все, то есть вот это все, ну, делается проще. Но это очень сложно. У меня взорвалась голова, когда я все это дело прочитал. Теперь я уверен, люди, которые писали мне в комментариях «Моя любимая игра Монополия», скорее всего, вы не умеете играть ее по правилам, именно по классическим правилам, чтобы все четко там менять, выкупать, торговаться. Но это реально, это игра, ну просто вынос мозга какой-то. Я бы не стал ее играть. Очень сложно. Детская Монополия проще. Даже... А, и кстати, я посмотрел Hasbro игры, которая, ну, классическая, и там в коробке можно хранить карточки, деньги, то есть все расфасовано. Здесь же ничего не получается хранить. Видите, все карточки проваливаются вниз. Фиг чё поймешь, какая улица. Потом еще нету никаких фишечек, как помечать, что это твое. То есть, к примеру, я, например, буду ходить, выпадет у меня Варшавское шоссе. Варшавское шоссе кому-нибудь принадлежит, а игрок забудет, что она у него карточка Варшавское шоссе. И все получается. То есть в детской монополии ты помечал, ага, это поле мое, это поле мое. Здесь такого нету, здесь никаких пометок, какое твое, мое поле, ничего нету. И вот мне не нравится, как вот эти карточки валяются. А деньги вообще, получается, хранить негде. То есть у банкира будет самая тяжелая работа. Ему надо и отсюда карточки выковыривать пальчиками вот так. И все это провалится вниз потом. Ему еще и деньги надо отсчитывать. Вот, а деньги тоненькие, то есть их еще попробуй отсчитай. Ой, мне даже не хочется в это играть. Но придется сейчас поиграть. Может быть, мне понравится в процессе игры. Я советую покупать эту игру только в том случае, если у вас есть знакомый, кто разбирается в этой игре. Кто неоднократно играл, ходил на всякие там встречи игроков профессиональных. Вот тогда у вас все получится. Мы тут с Валей спорим, она говорит, ой, это просто, это вообще как два пальца. О, ну давайте начнем игру. Перед началом игры я себе инструкцию выложу, вот, она будет передо мной, потому что, ну, это жесть какая-то, серьезно. А перед началом игры каждому игроку выдается 1500 миллионов, то есть, ну, миллиард, полтора миллиарда. Тут написано прям по бумажкам, 5 бумажек таких. Да, да. Раз, два. Я просто играла в Монополию, я не знаю, ты что, никогда 4. Не играл? Мы играли в какие-то упрощенные. Я сейчас прочитал, у меня голова взорвалась. Не такую Монополию я играл. Раз, два, три, четыре. 5. Потом написано одна пятерочка. Так, эти я отложу. Так. Потом по одной пятерочке. Давай деньги сюда кладешь, вот, которые банковские, так. Чтобы не перепутать. Потом. Да подожди, еще фасую. Потом 2 десятки. Сейчас я эти уберу. Потом 2 десятки тебе. 2 десятки мне. Ты смотри, деньги выдавай. А, я ж пятерку уже. Нет, подожди. Так. Потом 1 двадцатка каждому. Так, тебе 20-ка, мне 20-ка. А. Ага, вот видите? Видите, они слепаются. И что? 1 полтинник. Вот твой любимый цвет, Валюш. Да, мой любимый цвет. 1 полтинник. Потом 4 сотки. Раз, два, три. Слушайте, так можно накосячить и кому-нибудь дать. Вот я вот постоянно косячу. Ну, это ты косячишь. Раз, два, три, четыре. Ох, это жесть какая-то. Мне уже не нравится. И 2 по 500 тысяч. 500 тысяч Валюше, 2. И мне 2. Ну, все. И 2 по 500 тысяч. Там это все написано. Так, теперь убираю. Я все разложил тут, видишь? Дай. А, их нужно разделить, да, точно, конечно, чтобы не, да, путаться. Их нужно разделить, да, сразу. Вот в игре, которую я видел Hasbro, они там были разделены уже. Вы, зрители, сейчас не видите, но Валя делит деньги. То есть вот единички отдельно, пятерки отдельно. Короче, я складываю банк. Да, Валя складывает банк красиво. Я себе сейчас... А я просто кину себе бабки, как обычно. Просто в карман вот так. Валя все разложила красиво. Потому что отели, собственность, куда класть? Ее некуда будет класть. Только вот так остается будет положить. Не волнуйся.
Все, кто играл в Монополию, все знают, там одни и те же правила, они за года не меняются. Ну, может, просто усложняется. Может быть, у Хазбо просто своя интерпретация. Да ничего у них там не своя, такая же интерпретация. Так, теперь объясняй, сколько за круг мы получаем? Выбираем себе фигурку. Сколько за круг? А, за круг сколько получаем? Это интересно. Я уже забыл. Выбираем фигурки, давай сначала. Валюша выбралась динозавра, ставлю его на вкладку вперед. Я буду уточкой. Уточка против динозавра. Тоже ставлю ее на вкладку вперед. Эти все мы убираем в коробку остальные. Супер. Да, я в коробку их уберу. Ой, все. Давай, сколько за круг? За круг. Надо сначала круг пройти. Где отели и все остальное? 200 миллионов мы получаем, когда круг проходим. Два раза по сотке, хорошо. Да, два раза по сотке. Я спокойный. Так. Кидаем. Кидаем на того, кто первый пойдет. То есть сейчас кто больше выкинет, тот первый ходит. 5 и 4, у меня 9. Валюша. 5. У Валюши 5, я первый хожу. Следующий игрок ходит по левой, то есть по часовой стрелке люди ходят. То есть я сейчас хожу, потом слева от меня следующий. 4. Так, у меня 4. 1, 2, 3, 4. Подоходный налог. Заплати 200 миллионов. Здравствуйте! Спасибо! Это дубль. Все, я забыл. Да, дубль надо кидать еще раз. Не надо ничего мне ходить. Если ты 3 раза подряд кидаешь дубль, ты садишься в тюрьму. То есть, если дубль, то ты ничего не делаешь. Какая игра вообще? Давай, Денис, 3-й раз. Если я сейчас 3-й раз кидаю дубль, то я сажусь в тюрьму. И сиди там до посидения. О, 8. Нормально. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Улица Огарева. Я должен заплатить 100 миллионов. Улица Огарева. Огарева. Покупаешь? Покупаю, конечно. Можно там торговаться, можно взять ее в аренду, можно сдать ее в банк. Или можно аукцион. Если я ее не покупаю, то мы объявляем аукцион и торгуемся с шагом 10. Да. А, нет, шагом 1. Вот. Так, 100 миллионов плачу в банк. Бери себе улицу. Карточку. Беру себе эту улицу карточку. Отсюда. Теперь а тут, видите, все завалилось, все как зря. Вот мне это не нравится. Вот, Огарёва. Огарёва моя карточка. Да теперь, если я попаду на его карточку, я должна буду заплатить ему первую ренту, это 100 миллионов. Нет. Там должно быть написано. Тут написано сколько? На карточке. Залоговая стоимость 50, чтобы выкупить собственность, заплатите 55. А, это если я в залог. Да. Так, Огарёва, рента 6 миллионов. 6 миллионов. А если у тебя будет 3, то она уже будет в двойном размере. Да, да. Все элементарно просто. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Шанс. Шанс, бери шанс. Хватай деньги, возьми в банке все банкноты, 100, и подбрось их в воздух. Все игроки их ловят, оставь себе все, что поймаешь. Что упало на пол, верни в банк. Нифига себе, такое есть там? Друзья, это вообще жесть. Не надо это делать. Давай ты просто возьмешь все две бумажки. Не, это если вы играете в компании, еще там, ну... Ну давай, тебе 2 и мне 2. Да? Ты же поймаешь что-нибудь. Тоже, я тоже поймаю. Но это жесть какая-то. Нормальная жесть. Потом мы убираем вниз эту карточку. Получил 200 миллионов раз. Слушай, это прикол, конечно. Я не ожидал, что такое будет. То есть это еще и экшен. Да. То есть кидаешь, там что-то ловишь. А, ну мои деньги видны, Денис видны, не видно только банку. Банк также разложен, как мои деньги. Да, банк внизу разложен. Слушай, это приколюха. Кидай приколюха. Это реально приколюха. Вот это мне нравится. Собирать их потом. Так, 5 и 3, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Рязанский проспект. О, где мы с тобой раньше жили? У нас Валюша раньше была там квартира, мы ее продали. Похвастаемся. 180 миллионов. 180, это надо отсчитывать 180 миллионов. Да, это надо считать. Вот поэтому надо и раскладывать денежки вот так удобно. 180. То есть... Будет сидеть вот постоянно вот это вот заниматься. То есть смотри, мне легче дать тебе 200. Чтобы я тебе дала 20. Да. Да, вот так. 180 миллионов. Так, еще 20 надо убрать как-то. Да разложить их по-человечески-то. Смотрите. Это очень неудобная игра. Это просто кто-то очень ленивый. Так, а что, какая там улица? Рязанский проспект. Опять же, беру коробку свою. Еще тут коричневый у меня. Рязанский проспект, сейчас все это провалится. Ну, вообще, это все делают банкиры и как бы не парятся. Хочешь, я Рублевское шоссе, Рязанский проспект. Вот, Рязанский проспект. Так, я хожу. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. С рейтинга. Она еще никем не куплена. Просто потом будет интересно покупать. Вот есть смысл мне покупать его улицы, чтобы потом торговаться? Ну, не знаю. 140 миллионов гони. Даю 150. Забираю обратно десяточку. А я ищу себе с рейтингу. Это что, центр, что ли? Конечно. А нет, не центр. Ну, такой относительный центр. Нет. Так, напомни, вот эти что значит?
Это дома. А, все. Это если вижу. У тебя... Короче, если вы выкупаете все вот эти улицы... Начинайте строительство. Начинайте строительство. Строите на каждой улице по два дома, то есть здесь вот валят три, да, три цвета. Есть места, где два цвета, вот синие. Их всего два. То есть здесь, получается, я должен купить Арбат и Малое Бронное, потом могу строить дома. Строятся дома вот так. Здесь домик, потом здесь домик. Потом здесь домик, потом здесь домик. Как только на улице окажется по два домика, то все, можно строить отель. Ты домики эти дома убираешь, да, обратно. И строишь отель, он строится один сразу на всю улицу. То есть вот он отель, он относится сюда. За отели там бешеные деньги просто надо 750 платить. 750 миллионов. Да, 750 миллионов. Но при этом стоимость каждого дома 100 миллионов, а каждого отеля 100, также 100 миллионов. И то эти дома еще можно ими меняться. Можно продать дом другому игроку. Это жесть какая-то. Что там у тебя? Только, мне кажется, ты что-то путаешь, потому что написано, один отель обменивается на 4 дома. Ну, да. То есть ты отдаешь 4 дома, ставишь отель. А не надо ли 4 дома построить, наверное? Нет, здесь надо 6 получить. Там написано в правилах так. Все, окей, ладно, используем. Ходи. Типа, а, чё? А, да. Я буду вот так... А, нет. Так, 8 у меня. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. У меня площадь Маяковского за 240 миллионов. Конечно, берем. 240 лямчиков, считаем. Давай так. 500 эти сдачу. Вот так. 40. Как это? Пришел с мелочью в магазин. И 200. Во, все, банкую. Какая там у меня улица? Маяковского. Маяковского площадь. Я это хожу. У нас красная, подожди. У меня 4. Раз, два, три, 4. Общественная казна мне выпала. О, тебе везет. Ошибка в банковской программе в твою пользу. 200 миллионов. Да? Ты получаешь 200 миллионов? Да. Чё за дела? Это какие-то шулерские правила. Да, это евреям надо играть в эту игру, точно. Просто получила деньги и ничего. Так, 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 300 миллионов Шусева. Можно отказаться от покупки, и тогда устраивается аукцион. Шагом, этот сколько, 1 миллион, да, по-моему. То есть там можно купить другие игроки за 301, за 310 и так далее. Но пока я не вижу смысла, денег у нас полно, надо их тратить. Так что я вот так 500-очку даю, а мне 200, пожалуйста. Ты что, мне сдачи сразу даешь? Знаете, какой банкир у меня со сдачей дает. Так, Сушева, зеленую себе беру карточку. Пока у нас все цвета разные, видите? Ну, у меня вообще одна карточка. Так, 3. Раз, два, три. Бесплатная стоянка. Бесплатная, что-то... ничего делать не надо. Угу. Так, 4 и 3, 7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сверхналог, заплати 100 миллионов. Нет! Просто плачу 100 лямов. Да. Ну ты сейчас получишь, сколько там еще раз? 200, 200? Да, 200, за проход 200. 2 плюс, 3, плюс 1, 3, раз, 2, 3. Улица Пушкинская, 220 миллионов куплю. 220 миллионов, Пушкинская красная. Я так любила эти деньги из Монополии в детстве. А, я когда играл в Монополию, у нас были нормальные деньги такие, знаете, красивые. А это какие-то бумажки, которые слипаются, неудобно ими работать. Вообще просто жесть. Еще новые. Так, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Варшавское шоссе 100 миллионов, а мне еще нужно 200 миллионов себе получить. То есть я беру себе из банка 200 миллионов за то, что я прошел вкладку вперед. Тут написано, получи зарплату 200 миллионов рублей, когда вы проходите это вперед. Поняли? Угу. Так, то есть я получаю себе... Чик-чик. Ой, начинается. Вот что ты какой-то фигней занимаешься? 100 миллионов, дай мне и все. А тебе зачем? Ты будешь покупать? Да. У тебя уже есть одна карточка этого цвета. А-а-а. Еще надо понимать, смотрите, вот здесь самые дешевые улицы. Покупаю. Вот здесь самые дешевые. Потом пошли по возрастанию, возрастанию, и самые дорогие вот тут вот эти Арбат и новая... Улица беру Малая Бронная. Варшавское шоссе. И да, смотрите, у меня уже две карточки, еще одну третью, и буду брать двойную ренту. С посетителей. 8, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сущего 300 миллионов. Я тебе должна первую ренту отдать. Какую? Ты ж купил ее.
А, Сусева моя. О, точно, смотрите, я не... Вот видите, они никак не помечаются. Вот надо было бы какими штучками помечать, надо, да, что это твое. Надо просто видеть, какие карточки у тебя есть. Ну да, надо видеть. Так, Сусева, да, а, стоит она 26 миллионов рента. Давай 26. 21. Вот, это 20. Я даю, потому что у него одна карточка. Да. Хоп. Теперь мне надо разложить это все дело. Мне всегда нравилось покупать, конечно, самые дорогие улицы. Вот они там в том углу. Вот здесь самые дешевые, там самые дорогие. О, вот это мне нравится уже, слушай, брать деньги с жены. Так, 7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сретенка у тебя? Нету тут улиц. Сретенка. 140 миллионов. 140 миллионов. Ну, конечно, наберем, надо брать. Так, 100. Так, вот так, 100. Ну, так давай. 140, а ты мне десятку. О, нормально. Как она там называется? Сретенка. А какого цвета? Фукси. С малиновой. Ну, что-то нет такого. Слушай, реально нету. Ну, как это нет? Может, она у тебя? Нет. Ой, она у меня. Я ж вот про это я и говорил, друзья. Вот про это я и говорил. Чё? Простите, верни мне 10. Так, тебе 10? Да, и сколько я тебе... ренту 10 миллионов. Так, вот я должен Вале 10 миллионов за то, простите, что я остановился. Да. Вот видишь, а ты говоришь, я там... Вот я уверен, что все люди, кто смотрит это видео, такие, я там мастер монополия. 10? Ничего, одна ошибка, господи. Вот так все и будет. Потому что деньги надо хранить отдельно, а надо выкладывать вот эти штуки перед собой. Я нормально выкладываю, все, буду бдить. 12, дубль. Дубль. 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Арбат я беру. Арбат 400 миллионов. Вот квартирку бы себе там. Так, Арбат Валюше отдалю. Самая дорогая улица, как я люблю. Тут рента только 50 миллионов стоит. Ничего себе. Да, ну и дома здесь по 200 уже. А, и дома тоже меняются цены. Самые дешевые дома по 100, потом по 150 пошли, уже по 200. Так, у меня 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Тверская, 220. Так, 220. Ужас какой-то. Деньги-то есть у тебя? Так, 200. Бомжик. 20. У меня денег вообще миллион. Это ну, что, главное у меня недвижимость. Я вкладываюсь в недвижимость. И клади как раз на красную... Вот я опять не вижу тут опять. Тверская. Клади на красную эту карточку, на Маяковского. А, ну да, чтобы они рядом стояли. Ну да, и будет сразу видно, кто что... Дубль. 9. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. А Горёва это моя. Я в курсе. Ты берешь себе 20 миллион, 200 миллионов? Так. Да. Так, возьму себе. И а Горёва рента 6 миллионов ты мне должна. Давай сдачу 4. 4. Ну, дешёвый будет. 4. Чего ты? Дешевая улица. Дешевая. Так. Давай кидай. 5. Раз, два, три, четыре, пять. Это улица Грузинская. У нас нету ее? Нет, ни у кого. 260. Ну, надо брать. 260. Ну, на тебе 500, дашь мне там? Это получается 240. В курсе. До конца будем играть? Это ну, видео, посмотрим. Наверное, час будет. Ну, посмотрим. Кстати, вот нет видео нормальных, вот я про это и говорю. То есть, ну, вот именно, чтобы люди долго играли, чтобы понять правила. Грузинский вал возьми себе. Да, да. Так, грузинский, это желтый. 7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Железная дорога, 200 миллионов. Я должна или мне должны? Железная дорога, это ты, получается, Курская. Покупаешь ее. А, это я ты ее покупаешь. Да. Какая Курская? Курскую железную дорогу, если да. Куплю. 200 миллионов отдаю. Да, держи. Вот карточка Курская железная дорога. И да. Вот здесь рента будет 25 миллионов, а остальное, если вы завладеете двумя станциями, у вас будет 50, 3, 100 и уже 4. Да, если 10. Несколько станций, то ты сразу же умножаешь типа свою прибыль. Прикольно. Да, а если за коммунальные платежи их всего две, то есть коммуналка здесь вода и электричество, если ты ими владеешь, ты вообще там бешеные деньги получаешь. Дубль. Еще один, я отправляюсь в тюрьму. Да, я отправляюсь в тюрьму, где мы...
Так, я отправляюсь в тюрьму, и я... Пропускаешь ход. Ну, не, ну, я могу сразу 50 миллионов заплатить и буду ходить в следующий раз. Короче, если вы в тюрьме, можно заплатить 50 миллионов и выйти из нее, либо купить у другого игрока карточку, если выйти из тюрьмы бесплатно, тут есть карточка такая, либо что-то там еще. Короче, считайте в правилах, не хочу углубляться. Я сразу заплачу в банк 50 миллионов и в следующий раз буду ходить. 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тверская твоя. Тверская моя, да. 18 миллионов мне. Офигеть вообще. Давай сейчас. Тут плохо с этими сдачами, да. Давай сдачу. 50. 32 миллиона. 32. Как тебе я найду? А, так, 20. Ну, еще 12. 30. И 2. Раз. 2. Вот эта мелочевка начинается. Надо снова деньги раскладывать. Ходи. Мне нужно деньги разложить. Вон рядом у себя там положи деньги, вон где телевизор. Чтобы удобно было. Вот тут сидит постоянно в кучках ковыряет. Вот, все. Так, я хожу? Ты ходишь. Так, 8 у меня. Где моя тюрьма? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вавилова 180. У меня нету. Тебя? Вавилова, 100, у меня тоже нету. У тебя уже есть улица такого цвета. Да, нет. Вавилова надо покупать. 180? Угу. 150. Ну, первый этап надо, конечно, все скупить, чтобы потом 150, уже деньги срубать. 170, 180. О, у меня денег вообще чуть-чуть осталось. Да, а ты же у нас тут так. Это, банкуешь. Так, Вавилова, это какого цвета? Оранжевый, ну, коричневый. Так, все, беру себе Вавилова, кладу себе под Рязанский проспект, вот у меня две. 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это так, у тебя есть уже улица. У меня есть такая улица. Будешь покупать? Я не буду покупать. Ты не будешь покупать? Ну, я не хочу смысла. Ну, тогда аукцион. Я... 261. Да, 261. А, ну что, и кто с тобой будет торговаться? Ты будешь не это сделать. Когда много игроков, да, можно поторговаться. Ну, бери за 261. А у меня нет денег. Да, у меня нет денег, представляете? У меня 100. У меня осталось 200... 10 210 миллионов. Никто не может купить. Все, пропускаем. Я хожу. А я не, да, я не хочу. Слушай, быстро мы денежки потратили. А почему? У меня вот миллион. Так, 3. Миллиард. Раз, два, три. Твоя Тверская. Улица. Моя улица, ничего не плачу, ничего не делаю. Давай ты кидай. Блин, вот я лоханулась, конечно. Чё? Пушкинскую я купила, а у тебя, оказывается, есть Тверская. Я продавать не хочу ничего. Когда будет деньги. У тебя две, а у меня одна. Вот тебе не хватает, ты можешь у меня купить, так, если 9. Я продала. Давай я пойду. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Шанс, тащи. Обожаю шанс. Перейди на следующую железную дорогу, если она свободна. Можешь купить ее у банка. Если она занята, заплати владельцу ренту 2. Так, Рижская железная дорога, она ни у кого нету? Железных дорог вообще ни у кого еще нет. Так, получается за 200. Ну, я не беру деньги. А, я тебе сейчас... Все, у тебя две железные дороги, да? Да. Значит, ты, получается, будешь брать несколько, это, двойную плату. Да, я буду по... Если по 50 миллионов. Так. Ходи. 11. 11, ничего себе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11. Гоголевский бульвар у тебя нету? Покупай, нет, у тебя зеленый. Ага, за что я его куплю? Сколько он? А, это дорогие. Все, аукцион. Будешь покупать за 301? Нет? Я жалею, что я вон купила эту пушкинскую. А, ну да, надо было думать, надо было покупать только те, что рядом находятся, а не то, что я как купил все подряд. Ну. Так, 4, раз, два, три, четыре. Первая парка, у тебя две есть уже. Да. Будешь покупать? Да. 121 миллион. 120, это надо. Так, 100. У тебя уже 3 будет. 100. Давай я тебе сдачу. Да. Да. 121. Значит, ты мне должна 29. Разве? Да. Ну, 121. 29. Так, и 4 единички. Раз, два, три, 4. Ну вот у Дениса первая, у меня тройка собранная. Тройка собранная, могу дома строить. Так, единички. Да, могу дома строить. Так какая там улица? Парковая. Первая парковая. Первая парковая. Вот, беру себе, все, оно у меня собрано. У меня теперь тройной кэшбэк будет за нее.
Да, тебе он не помешал. Двойной. Было 6, к примеру, теперь будет 12. Теперь я могу дом построить. Там. Один дом стоит... Сколько построить? 50? 30 миллионов написано. А, ну вот, сам дешевый улица. Блин, у меня даже денег нет на дома. Ладно, давай ходи. А, я теперь хожу. И сейчас сколько пойдешь? Так, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, получаю 200 миллионов, ничего больше не получаю. Опять с этими полтинниками. Мне легче, когда так. Мне не нравятся люди. Когда вы будете со мной играть, не надо мне давать полтинники. А, сразу тебе большие. По 500, да, мне легче, когда их меньше на столе лежат. Три. Раз, два, три. Электростанция. 150 миллионов будешь брать? Конечно. Теперь у Валюши есть самая дорогая ценность в игре. За электростанцию знаете, сколько платить надо? Сколько я кинул фишек, умножаешь на 4. Это если одна. Угу. То есть, если, например, я сюда попал, я кидаю кубики, если там будет, ну, по, там 10, то я плачу 40 миллионов за нее. Вот. Вот так с ними, с электростанциями. Так, дальше я. У меня две железнодороги, две лифта. 4. Раз, два, три, 4. Подходный налог. Заплати 200 миллионов. Подходный. Я плачу 2, я их только получил. Не! Подходный. Раз. Подоходный налог 200 миллионов отправляется в банк. Да, это всегда обидно. А он еще после круга, то есть ты только получишь, да, и сразу отдаешь. То есть в этом смысл есть государство. Да-да-да. 8. 7, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Рублевское шоссе. Рублевское шоссе. Нет, у меня нету. Я не буду брать. Будешь покупать? Ну, у тебя денег. А сколько стоит? 200 миллионов. 200 миллионов? Не, у меня нет денег. Не, я думаю, сейчас разорю, наверное, Дениса. Ну, ты можешь продавать улицы какие-то. Ну, да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот, электростанция у Вали, да? Что там написано? Я кидаю. Если игрок... А, так... Рента равна сумме выпавших очков, умноженных на 4. Так, кидаю. 4 умножить на 4? 16. 16. Так, я Вале плачу 16. Нет, это 12. 16. Давай. Давай 20. И себе беру 4. А что это ты из банка-то берешь? Я же тебе даю сдачу. А, да. Точно. Блин, я уже этот... Давай, рублёвый, единички я тебе рублёвый миллионер. Не, единичек? Не надо, все нормально. Я подожди, кидаю что. Все, Денис, нервничает. Все. Семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Грузинская твоя, сколько тебе денег, да? Грузинский вал, да? Угу. Это грузинский вал. Ты мне должна 22 миллиона. О, вот это нормально. Вот это уже моя тема. Брать деньги с жены бесценно. Так. Дубль. 6. Ну что ты так не выкинул, раз, когда два, ты три, на электростанцию попал? 6. Вавилова. Твоя. Вавилова моя улица, ничего не делаю. Слушайте, невыгодно получается быть владельцем улицы. Ты на них становишься, ничего не надо, да, делать. 9. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. Ленинградская железная... Нет! Нет! Нет, 200! Это третья дорога. Теперь у Вали будет, знаете, сколько рента? 100 миллионов надо будет тебе платить. Валя захватила все. Это монополисты, я подаю в суд. Так, смотрите, какое дубль. Бабло я имею с этих железных дорог. 7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну чё? Казанская железная дорога, она кому принадлежит? Нет, еще никому не принадлежит. 200 миллионов. 200 миллионов? Не, у меня денег нет. Ну, продай что-нибудь. Аукцион. Нет, почему ты можешь... Будешь покупать? Я буду покупать. Ну, бери. За 201? Да. Давай. Четвертую дорогу мне. А, да, точно. Теперь, если кто-то остановится, то получается... А, это 200 миллионов. Там написано, надо будет каждый читать. Видите, на каждой железной дороге разная стоянка. Нет, все одно и то же. Почему? Четко написано. Вот написано, смотри. А, ну тут 200, 200, 200. Да, все по 200. Да, если 4 станции принадлежат тебе, платишь 200. Да, все, все четко. Ну, зато у меня 3 улицы. Но у меня есть электростанция и 4 давай дороги. Ходи. А я хожу. Да, 11. 11. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11. Варшавское шоссе ты мне платишь 6... А, оно у меня полностью собрано. Да, в двойном. 12. Двойном. 12 миллионов.
и Денис купил самый дешевый. Ты себе взяла? Да, я взяла 200 миллионов. Да, надо, оказывается, думать и не покупать дешевые улицы. Вот в чем, оказывается. Я теперь понимаю, в чем смысл игры. Все, я теперь буду знать. Так, погоди, я сейчас ходил, да? Я ходила в Варшавское шоссе. Так, 8. Ты там. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Общественная казна, наконец-то. Заплати так, налог. Перейди на клетку вперед, получи 200 этих самых. Миллионов? 200 миллионов. Да, ты я перехожу миллион. На следующую Кутузовский клетку. Кутузовский будешь брать? Подожди, это сюда. Получаю 200 миллионов. Кутузовский стоит 320. Я тебе советую вот закрыть зеленые, они дорогие. Это преддорогой. Но это, смотрите, я отдам свои последние деньги, получается. Да, думай. Давайте я куплю ее. Так, это получается 300. Так, 300. А у меня не хватит, наверное. Это 250, 280. Да, у меня не 290. Хватает. 290. Подожди, подожди. Тогда нужно продавать. Давайте я буду продавать сейчас. Так, какая мне нафиг не надо? У меня вот желтая. Грузинская, но они там дорогие улицы, правда. Но она у меня одна. А красные и вот эти я могу собрать. Или зеленую продать. Но зеленая еще дороже. Надо продавать грузинский вал. Продать ее. Залоговая стоимость. Ну, ты ее закладываешь. Ты ее закладываешь, и тебе дают 110, а выкупить ты можешь за 121. Залоговая стоимость 130. Ренту ты на этот период получать не будешь. Она будет находиться в банке, до тех пор ее могут, может другой человек выкупить. Ну да, могу в залог ее отдать. Давайте я отдаю ее в залог, в банк. Сколько эти должны? 130. Сюда тогда положу ее куда-нибудь. Ну, давай сюда. Давай сюда. Да, тут написано, если вы сдали ее в ренту, переверните карточку и положите. Нет. Там так написано. А, вот, да, давай так. Так, 130, и я покупаю, получается, за 320... Этот самый, Кутузовский. Так. 320. Вот, отдаю в банк 320. И покупаю себе Кутузовский. Где он там? Зеленый. Все, купил себе зеленую. Теперь у меня две зеленых, две оранжевых, две голубых, две красных. Угу. Вот так. Шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, ничего, нет. Электростанция твоя? Конечно, моя. Ага. Это что, только водопровод остается у нас? Так, 5 плюс 1, 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Просто получаю 200 миллионов себе. Беру себе 200 миллионов из банка. И все, стою дальше, туплю. Ну, хоть у меня такая, блин, помойка в деньгах. 11. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Пушкинская моя. Твоя Пушкинская? Да. Так, а чтоб мне ее тебе выкупить, надо... Да. Я могу ее... Ты хочешь ее выкупить? А сколько она стоит? Если я ее в залог сдам, 110 миллионов. Ну, это в залог. Ну, и ты можешь ее перекупить у банка. За 121 миллион. Давай куплю. Я ее отдаю в банк, но это чисто потому, что вот, чтобы понять, как в ходе игры. Да. Допустим, у меня деньги есть, мне нет необходимости ее продавать. Валя отдает ее в банк, получает. Из вредности я могла бы ее. Вот я получаю сейчас 110 миллионов. Я ее отдаю в залог. Из вредности я могла бы ее не продавать, и человек не соберет. Денис, зная, что она есть в банке, берет сейчас ее в банк. Да, я должен купить ее за 121. Да. В банк опять 100. Ну, а если у вас плохое финансовое положение, то вы также закладываете, 21. А другие игроки перекупают. Вот, я перекупил. Все, и она у меня полностью все красные цвета. Вы поняли, да. Зачем я это сделал? У меня нам все красные понять, цвета. Да, как это будет. Теперь Денис вообще, по идее, должен быть. Да, так бы ты, по идее, не должна была это делать. Да. Ну, типа сказать, его. Ты когда будешь строиться здесь, я говорю, ты же... Да у меня нет денег, чтобы строиться. 30 миллионов нет на дом? Ты же уже с домом будешь получать дополнительные деньги. Да не надо это. Мне надо хотя бы финансы выпрямить свои. Так, ладно, продала. Вы будете смеяться, смотрите, у меня всего две улицы, четыре железные дороги и электростанция. Так, у меня шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Варшавское шоссе, это мое. Денис себе накупил вообще сколько? У меня же единственный выход, у меня очень много улиц, мне надо ходить по кругу и просто собирать деньги с
шоколадки вперед. Три. Три. Раз, два, три. Ну, это ничья теперь уже. Она в банке находится. Денис ее заложил. А, покупать больше, нет? Не хочу, зачем? Ну, я тоже не буду. Хотя, 260 миллионов. Да, она хороших денег стоит. Куплю-ка я ее. 240. Давай мне... А, она тут грузинская. Все, у меня третья улица. То есть у меня вообще... У меня 4 дороги, 1 электростанция и всего 3 улицы. Я себя чувствую неплохо. Пока. Так, у меня 9. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Курская железная дорога, она твоя? Да, заплати мне, пожалуйста, 200 миллионов. У меня 4, у меня все дороги. 200 миллионов? Мне не надо улицы, я себя и так хорошо чувствую. А у Дениса денег нет. У меня нет денег, чтобы заплатить тебе даже. Ну ладно, берешь, давай. Да подожди. 180. 170. Нет, не наберу. Надо мне что-то продавать. Давайте я продам, наверное, знаете что? Наверное, я продам вот эти голубые дома. Они нафиг мне не нужны, они очень мало стоят. Все три улицы продаю. Это получается по стоимости... Залоговая стоимость 50, плюс 50, плюс 60. Это 100... 60. Так, 160, да. 160. Вот я их сюда продаю. Вот, молодец. Так, 160. Угу. Так, 160 я получаю, и тебе я должен теперь 200... Миллионов. Так, 200 миллионов Валюше отдаю. О, поняли? Смысл игры, поняли? Вот так надо мужа обманывать в игре. Три улицы, 4 дороги, 1 электростанция. 11. 11. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11. Yes! Малая бронная. Я ее покупаю, и у меня две карточки. 350 миллионов. Я плачу 400 миллионов в банк, получаю сдачу 50. А, у тебя полностью она собрана? А, да, у тебя Арбат. Да. Самые дорогие улицы у Валюши. И теперь, если, ну, в общей сложности все хорошо. У меня камера там еще не села, очень долго играет. Ну, мы уже близимся, сейчас как-то без денег. Ну да, я уже думаю, что я... Так, 4. Раз, два, три, 4. Рублевка Сашсе. Это мне надо покупать, чтобы была у меня третья. Она стоит 200 миллионов. А у меня нету 200 миллионов. Обидно. Так, и продать мне нечего, потому что у меня все улицы, остальные красные — это дорогие улицы, оранжевые — это дорогие улицы, и зеленые — это дорогие улицы. А, аукцион будешь покупать? Нет. За 201? Не хочу. Нет? 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нагатинская. Не, я даже покупать не буду. Так, аукцион. 200 миллионов. Нет. 60 миллионов. 60 миллионов. 60 миллионов. Ну да, ничего. Так, 4. Раз, раз, два, три, 4. Пушкинская, ну, Пушкинская. Твоя. Да, это моя, ничего не делаю. Так, и я хочу строиться. 7. Я буду покупать 200 миллионов, стоит один дом. И поставьте... Сходи, сходи сначала. Ну, я схожу. Поставьте мне на Арбат. Арбат? Да. Валя построила домик на Арбат. Так, у меня получается 7, да? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Я в тюрьме. Валя в тюрьме? Я пропущу ход. Я не хочу 50 миллионов. Не, в любом случае ты будешь сидеть в тюрьме, есть... пока не заплатишь. А, то есть это однозначно. Да. Это такого... ну, а, да. Сейчас я вам прочитаю. Давайте я вот что-то прочитаю. Тюрьма. Где она там? Чтобы не было потом вопросов. Сразу помести свою фигурку на поле в тюрьме. Ты не получаешь 200, если проходишь поле вперед. Твой ход закончен. Находясь в тюрьме, ты можешь собирать ренту, участвовать в аукционах, покупать дома и отели, закладывать и продавать собственность. Но ты не получаешь 200 миллионов, когда пройдешь. Заплати 50 в начале своего следующего хода, затем бросай кубики и ходи как обычно. Используй карточку выйти из тюрьмы, выброси дубль на кубиках. Если тебе повезет, вперед на свободу. Бросай кубики и делай ход. Три раза можешь кинуть. Mm-hmm. Ну давай три раза кидай, если у тебя попадется. Ну ты ходи, я когда на меня ходит. А я, получается, видите, я лоханулся. Я не должен был. Я же был в тюрьме, я не должен был получать 200 миллионов. Ну, ладно, то есть я тебе должен 200 миллионов. Расслабься. Банку, то есть, я должен. Вот, видите, ошибочка у нас была в игре. 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сущего моя.
Так, я кидаю дубль. Если да, дубль не раза. Выйдет, то я тогда плачу деньги, да? Да. Нету дубля. Нету. Нету. Нет. Так, 50 миллионов в казну. Ой, сердце кровью обливается. Так, и все, можешь кидать. И теперь Валя 9. Не будет получать деньги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Рублевку ты так и не купил? Не, не купил. Аукцион, да, получается, за 200? У меня нет денег, чтобы купить. Короче, я теперь пройду и 200 не получу, да? Да. Так, у меня 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Житная улица, 60 миллионов, аукцион, покупать ее не буду. И получаю 200, да. Ты будешь покупать? Я буду покупать себе еще один дом. Поставьте, пожалуйста, на басманную. А сколько там дом стоит? 200 миллионов. Там написано? Стоимость одного дома. Стоимость одного миллиона? То есть дома? Это второй дом? Нет, это каждый дом. А, 200 миллионов. Да, а погоди, на Арбате ты читаешь? И на Басманной, Абронной. А на Басманной? Это ты, 175 это, миллионов. Это я ренту беру, а вот она, покупаю. А, да, да, точно, точно. Извините, да. Так, все, я заплатил, да? Угу. Так, теперь ходи, хожу. Да. Семь. Семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Грузинская. Желтая. Грузинская. А, это моя. Да, твоя? Я ее купил. Так, у меня пять. Раз, два, три, четыре, пять. Варшавское шоссе. Ничего. Ничего, покупать не буду. Аукцион за 101 кто будет? Не буду. Ну все. Семь, пройдите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Общественная казна. Вот везет. Твою собственность включили в список объектов реставрации уличных фасадов. Заплати 40 миллионов за каждый свой дом и 115 за каждый отель. Вот теперь у меня два дома есть, я плачу 80 миллионов. Сволочи, блин. А, то есть это плохая была, да? Да, 8, я плачу сотку, и у меня остается 20. Слушай, у меня денег нету. Ничего себе. У Вали осталось 51 миллион. Потому что я купил дорогие улицы. А, и дома купила, еще казна. Вот я сейчас и выиграю. Так, у меня 6. Хотя у Дениса было все плохо. Ну, ты можешь продать еще свои эти. Так, 6. Угу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. У меня электростанция за 150 миллионов. Это твоя, да? Кидай кубик. Что в смысле? Сейчас узнаю, сколько ты мне денег должен. Сколько я должен Вале денег. А это дуб. А, нет, это считается. 12. Ну все, ребята, я думаю, игру можно завершить. 12 умножить на 4. На 4. Это сколько? 48. 48, ну это ладно, это я потянул. Эх. На. 50 миллионов Вале плачу, 20 себе беру. Чуть ты 20 себе берешь? Ну 48. 48. А, ну, 2. Сдачу я тебе 2 должна отдать. Да. Я сейчас разменяю. На тебе 2. Угу. И 3 себе. Я вот думаю, не обманул ли ты меня? В смысле? Ты про что? Проверю. А, теперь ты ходишь. 12 умножить на 4, да, 48. Ну, не такие уж и большие деньги. Ну да. Не, но если у тебя будут все эти... Если ты водопровод себе купишь, там будут большие деньги. Там на 10 умножать. Тогда бы тебе 120 должен был заплатить. Угу, тогда ладно. 7. Ходи. 7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 200. А, ты ничего не получаешь. Отсиделец. А, 4. Раз, два, три, 4. Рязанский твой. Проспект, это мой, да. Ничего не. 4. Дубль. Дубль. 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Но она ничья, покупать ее не хочу. Прикольные фигурки. Я тоже не буду покупать. Так, 11. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Новинский бульвар, ничей, ничего. Не буду покупать, ты тоже не будешь покупать? Нет, не хочу. Хотя у меня есть желтая. 260 миллионов, у меня нет денег. 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ростовская набережная, она ничья. Я не буду покупать, у меня денег нет. Я тоже не буду. 6. 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Общественная казна. Надеюсь, мне повезет.
Ты занял второе место на конкурсе красоты, получи 10 миллионов. И да, и такое, красавчик. Это да, это просто 10 миллионов. 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Бесплатно просто. Так, 9. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9. Общественная казна. Я получаю 200 миллионов. Так, 200 миллионов за то, что я прошел. А теперь у меня много денег, а у Вали мало. Угу. Так, 200 миллионов. И казну тащу. А, распродажа склада. Получи 50 миллионов. Пошло. Неплохо, неплохо. Жесть. 5. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, это мое. А у тебя вся железная дорога? Да. Так, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Шанс. Тащу шанс. У меня никогда не было шанса. Перейди на следующую железную дорогу, если она свободна. Можешь купить ее у банка. Если она занята, заплати владельцу ренту умножить на 2. Получается, я... 400 миллионов. Ты мне должен. 400 миллионов. Неплохой шанс. 400 миллионов. Ты наберешь хоть? Так. Наберешь. Наберу. Так. Вот тебе не было денег на 300. На 400. О, какая прелесть. Жесть какая вообще. Шанс, блин. 9. Сходите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Кутузовский проспект. У меня только две, да? 20 сколько? 28. Давай сдачу. Так, Валя мне дает сколько? 30? 30. Вот видите, вот я не могу эти деньги даже поднять. Так, даю две тебе, да. Да, наверное, приятно наблюдать, как любимые блогеры играют, да? Нет, я думаю, это видео никто не будет смотреть. Так, дубль. 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тверская, ну это ничьи. Красно. А, нет, все твое. А, это моя. Да ничего. Так, а я покупаю еще один дом. Поставьте, пожалуйста, на Арбат. Валя покупает второй дом. А второй сколько стоил? Они все по 200. Каждый дом стоит 200 миллионов. Да? Ну, меня вот только одно смущает. Я не должна ли случайно 4 дома поставить? Ну да. На каждой улице. Они всего 4. Ну, 4 на улице. На улице. Ну, вот улица. А-а-а, да? То есть 2 здесь, 2 здесь. Поняла? Просто здесь рента написана за 4 дома. Ну. А если ты попадешь на Арбат, там всего 2 дома. Стоит. Нет, это считается как улица. Ты уже сейчас будешь получать за 3 дома. А, ну я тебе не советую сюда попадать. Да. 3 миллиона, 1 400 000 ты мне. Да, это ловушка. 1 400 000 должен отдать. Дубль. 7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Житная. Ну, я думаю, он попадет ко мне, я его разорю. Ну да. Так, 11. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11. Гоголевский бульвар. Мне надо его покупать. И строится начинает. Да, и строится. 300 миллионов. А у меня нет 300 миллионов даже при всем желании. Да. У меня нету. Будешь покупать? Нет. Ну все, ходи тут. 8. А что... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А что ты не хочу покупать ничего? На красных ничего не строишь. У тебя там всего 150 миллионов. Так, 9. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. 200 миллионов получаю. Вот теперь бы я сейчас мог бы купить. Но уже прошел. Так. Я покупаю еще один дом. И ставим на Басманную. И вот теперь я могу убрать дома, да, в следующий ход и купить отель. Да, отель купить. Обменять. 9. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. Вавилова твоя. Твоя, сколько я тебе должна? 31 миллион. Почему? Погоди. А, не сет, да. Погоди. Это не сет. Вавилова ты попала? Да. 14 миллионов. А, 14 всего? Да. Ну дай мне 6 сдачу. Давайте десятки отдам свои.
Уже тяжело играть. 5-6. Я уже устал, да. Ну давай до первого разорения. Ходи. Ну да, о чем мне надо попасть просто к тебе на улицу, на твою рублевку и все. Ну басман. Так, 9. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. Дождись, так, да, я сразу кину. Дубля нету. Дубля нету. 2. О, есть дубль. Все. 200 я потом... миллионов ты не получишь. Да, 200 миллионов я не получу. Но потом я могу выходить из тюрьмы. Так. Ну что, я меняю. Кого меняешь? Дома на отель. А зачем деньги? Ну, потому что написано, что стоимость одного отеля 200 миллионов. Один отель обменивается на 4 дома. А, 200 миллионов. Ну, да-да-да. Убираем отель эволюшены. Дома. И ставим отель один. Он идет на все улицы. Вот так вот ставится вот здесь. Вот. Если Денис попадет на улицу, в принципе, тут небольшая разница, но в общем, слушайте, 2 миллиарда он должен заплатить. Нормально. На Арбате и 1,5 на Новой Басманной. Ну, короче, это будет крах для него. 7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это мое, ничего не происходит. Так, 8 дубль. Так, 5. Раз, два, три, четыре, 5. Железная дорога. 200 миллионов. 200 миллионов просто? Ну, нет, это стоимость. Сколько я должен? Там кидать кубик я должен, да? Ну, что ты, это ты на электростанции. Тут ты должен иметь 200 миллионов. Там написано? Что, у него уже пошел этот атрофирование мозга. Курская, а это Казанская. Какая разница, у меня все 4 дороги. Ну, рента 25 миллионов, какие 200? Внизу прочитай, если игрок имеет 4 дороги. А, да, у тебя все 4? Да. Тогда 200, да. Каждый раз он... Да, у меня пошло. Каждый раз нервничать. Да. Все, не хочу с тобой больше. Дубль. Ладно, чуть-чуть. Сейчас, подожди, дай я камеру переключу. Все, переподключил камеру, а то там это... могла закончиться батарейка. 7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Гоголевский бульвар? Нет. Я его так и не купил, блин. Будешь покупать? 300. Ага, за что? Я не могу у него купить. Так, 4. Раз, два, три, 4. Рублевка есть у тебя? Ну, покупай. Мне надо покупать его. А сколько стоит? 200. Набирай там все, что у тебя есть. 100. 140. 160. Нет. У тебя 3 бумажки, 160. Ну. И что? Это 100, это 170, это 175. И 3 эти. Нету. Ты что тут? 120, 40, 60, 80, 90. 90. 200. 200. А у меня нет денег теперь. Он даже посчитать не может, у него все. Ну давай, беру себе, да, получается. 200. Рублевское шоссе. Ну это дороговастая, ладно, нормальная тема. Теперь моя аренда стоит... 32 миллиона, что это мне дает? То, что можешь, если что, их продать все три. Пипец. А дом сколько у тебя один стоит? Там? 80 миллионов. Мне не хватает. Зря, ты меня, Валя, понятно, ты хочешь, чтобы я быстрее проиграл. Не надо было мне его покупать. Давай, кидай. 3. Раз, два, три. Ленинградская железная дорога. Мое. Твое. 2. 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Ничья. Ничья. Ну, покупать ты не будешь. А у тебя есть там желтенькая одна? Да, у меня есть, но я не хочу. 280 миллионов. Нет, тоже не хочу. Не могу. А отель я больше не покупаю, правильно? Нет, все, да, он стоит у тебя там. Это максимальная цена. 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. У меня даже построиться не на чем. Так, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Малая Бронная. Твоя нет. Да? Конечно, самая дорогая улица. А, это все, я проиграл? 1,5 миллиарда ты мне должен. 1,5 миллиарда я должен, Вале. Даже если я продам все свои собственности, у меня столько денег не будет. Потому что, смотрите, если продать мне, это стоит 150, это стоит 160, считай. 160. 310. Да, давайте считать, сколько мое стоит имущество, чтобы я мог выкупиться от Вали. 150 плюс 160. Плюс 90.
плюс 90, плюс 100, плюс 110, плюс 110, плюс 120. Сколько всё? Равно? 930 миллионов. Так, и плюс у меня еще есть. И плюс 10. 940 миллионов. Сколько? 940 миллионов. А надо 1500, да? 1,5 миллиарда. Так, вот смотрите, я, Валь, покажу. Я остановился на какой? На Малой Бронной. Вот смотрите, у Вали здесь стоит стоимость с отелем 200 каждый. А, то есть получается с отелем вот 1,5 миллиона, да. Вот он, 1,5 миллиона стоимость. Подожди, ну вот я только единственное, что вот точно, или вот столько надо за аренду брать, или я столько должна платить за эти? Есть вот вероятность? Видишь, тут написано рента, и пошло-поехало. Ну да. А это я плачу за каждый дом и за каждый отель. Да, да. А, ну все. Все, Валя выиграла. Валя построила себе домик и меня загнала в ловушку. Вот такой у нас сегодня обзор. Идея. Теперь остается это все убрать в коробку как-то. Хранение игры оказалось все компактно. Смотрите, фигурки вот сюда можно сверху просто бросить. Дома, отели и... Ну, дома и отели вот сюда вот тут снизу вот так открывается. Чик. Вот, сюда я закинул дома и отели. Вот так. В игре не написано, как правильно хранить. Потом фигурки вот здесь сверху накидал. Ну, пускай будут так, чтобы карточки не перемешались. Здесь у меня лежат кубики и еще часть фигурок. Вот тут кубики внизу лежат. Вон они, вот там в глубине. Здесь карточки и деньги лежат. То есть все нормально. И теперь как свернуть игру. В инструкции написано, кладем монополию на себя лицом. Видите, монополия как написано. С левого угла на верхний. Потом сворачиваем вот так. Хоп, видите, все свернулось. И теперь сворачиваем вот так. Все, все готово. Игра свернута. Теперь мы должны ее убрать. Сюда кладем. Все влезло красиво. Сверху инструкция. И нормально. Слушайте, даже много свободного места, можно туда заначки прятать. Игра утомительная лично для меня. Но если в какой-нибудь с хорошими друзьями, когда любите вот это считать в уме, то вам понравится. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это был Закупыч. До новых встреч.